Прогулка называется «Песня». Это вторая песня про кума, да? У меня есть кум, вы знаете, замечательный мой друг и кум, который, в общем, Миша, да, вы даже знаете, да, он пьет как былинный богатырь, понимаете? Вот он пил столько, что прямо, ну, много, понимаете? Ну, то есть есть люди много пьют, но он очень много пьет. Есть и очень много пьют, но он больше все равно пьет. Но те, кто много пьет, он больше пьет, да? И вот он даже у меня несколько песен про него, а первая песня, что пора, мой друг, пора завязывать, имелось в виду. А вторая песня вот про Кумка, вот это, вторая песня про Кума. И третья песня — Кум бросил пить, понимаете? Вот он действительно бросил пить, но там целая песня получилась, там у всех был праздник. Я написал песню, но сейчас, видимо, четвертую надо писать. Он развязал, да, вот, видимо, черт его знает. Ну, посмотрим. Но вот это вторая песня про Кума, называется «Прогулка». Вначале было пиво, потом пошел коньяк, имелась перспектива надраться натощак. Ни колбасы, ни сыра, но закуска бог бы с ней, ни совершенство мира печалило сильней. Уже мутились наши кристальные умы, из неупиваемой чаши, похоже, пили мы. Да? «Живой?» — спросил я кума, и мне ответил кум, немножечко подумав: «Когито эрго сум». Запела где-то лютня на краешке земли, тогда в волнении смутно мы встали и пошли. Мы встали и пошли, мы молчание храня, еще не пили мы, уже не алкаши. Пошли мы по Арбату, пошли мы по Тверской, как два больших фрегата по глади по морской, и шли мы словно судьи сознанием правоты, и расступались люди, и прятались пилоты. Увидели фашиста и дали ему глаз, увидели нашист, он умирал от нас, кругом бабло косили цинично на показ. Мы шли спасать Россию, а ей было не до нас. Кругом грехей блуди, клубился Вавилон, смешались кони, люди, пилает и мегафон. Среди этой свистопляски вышли, чтобы носил, как мины пожарские, Мефодий и Кирилл, как мины пожарские, Мефодий и Кирилл. Но в Кремль позвонили, Кремль недоступен был, и Кремль перезвонил, а мы надоели, пора бы знать и честь. На сборе две недели, и Кремль ответил: есть. Мы шли домой Максонов, шли как девятый вал, и даже сам Лимонов в сторонку отбежал. А что бы деток наших избавить от чумы? Останкинскую вражью с чертямских лилипы, потом еще на бочь с собой несли.
солдат. Зачем вы взяли почту, вокзал и телеграф? И в центре заварушки был кум во всей красе. Стрелял он и царь пушки по Рублевскому шоссе. За ним блеснул Байкал. Покуда были силы, мы шли и шли вперед. И мы спасли Россию, но кончился завод. И мы вернулись в стойло. Там жены ждали нас. Отпаивали пойлом с названием мерзким «Квас». Конечно, кто-то скажет, все сказки и вранье. Я не обижусь даже, скажу лишь, ё-моё, да разве ж это диво, бывает и не так. Когда вы после пива засадите коньяк. Спасибо.